В ефірі слов'янська християнська радіопередача «Сіяч». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Спросит Бог тебя, спросит Бог тебя за твои поля, за твои поля. Как трудился ты на них? Нёс ли свет Христа? Свет Христа. И замкнул уста. Жил лишь только для себя. Пойдем расскажем о любви Божией людям. Вітаємо вас, шановні радіослухачі, в ефірі радіостудія «Сіяч». Приємно, що ви знову є з нами, і ми продовжуємо тематику наших радіопередач вже на протязі більше як декількох неділь. Говоримо про велике доручення, яке Ісус Христос залишив для кожного із нас, хто пізнав Його. Щоб те, що ми пізнали істину, якою є сам Ісус Христос, ми не тримали при собі, не тішилися нею тільки і не мали це тільки для себе, але щоб ми працювали на те, щоб цю істину також почули інші. І щоб Царство Боже наповнялося, тому що Бог бажає, щоб всі люди спаслися. І сьогодні приємно нам в радіостудії мати гостей. На протязі цієї години ми будемо мати таку бесіду, розмову. Я думаю, що для вас буде цікаво і благословено почути деяку інформацію від тих, хто побували, можна сказати так, на місіонерських полях. Тож, Божого вам благословіння на протязі цього часу. Ты много успел повидать, дань моде успел ты отдать, но только ее не догнать. Успел ты поесть и попить, успел ты губить и любить, успел ты кумиром побыть, но душу не смог насытить. Ты ничем и никак, и вновь как батрак, заломанный грош, за престижную ложь ты себя продаешь. Неужели приятно тебе каждый день проводить в суете, поднимаясь к фальшивой мечте, подать вновь грязь греха? Ты постой, оглянись назад, где сияет Эдемский сад, где как другу Христос тебе рад, ожидает тебя. Ты постой, оглянись назад, где сияет Эдемский сад, где как другу Христос тебе рад, ожидает тебя. Ты в детстве пытался узнать, планеты успел кто создать, и птиц научил кто летать, и солнцу на небе сиять. Когда ж ты успел стать другим, Творцу равнодушным чужим? Ведь им ты прощен и храним, умом наделен и любим. Он оставил престол, на землю сошел, таким стал, как ты, за тебя, чтоб нести смерть, болезни, грехи. Неужели приятно тебе каждый день проводить в суете, поднимаясь к фальшивой мечте, подать вновь грязь греха? Ты постой, оглянись
Христос тебе рад, ожидает тебя. Ты постой, оглянись назад, где сияет Эдемский сад, где как другу Христос тебе рад, ожидает тебя. Года, умчится любовь и весна, стирает их серая мгла, окутает старость тебя. Живи, чтоб потом не жалеть, гори, чтоб горя не сгореть. Собою умей ты владеть, потом, чтоб не плакать, а петь. Смог ты встретить Христа, смотреть ты в глаза и быть с Ним на ты. Там, где детям земли Господь сложит венцы. Неужели приятно тебе каждый день проводить в суете, поднимаясь к фальшивой мечте, падать вновь грязь греха? Ты постой, оглянись назад, где сияет Эдемский сад, где как другу Христос тебе рад, ожидает тебя. Ты постой, оглянись назад, где сияет Эдемский сад, где как другу Христос тебе рад, ожидает тебя. Ты вернись туда, Он любит тебя. Ты вернись туда, Он ждет тебя. Сегодня с нами в радіостудії наш добрий друг і співпрацівник, можна сказати, тому що вже не один раз був в нас на радіостудії. Я думаю, що ви впізнаєте його голос. Брат Женік Герасимов, який є служителем церкви «Шлях до спасіння». Тож, брат Женік, дякуємо, що ви відгукнулись на наше запрошення і знову є з нами. Ми сьогодні говоримо про місіонерство. Я знаю, що ви особисто є, як би сказати, плід цього місіонерства, тому що навіть з нашого міста, в якому я проживав, приїхала група, яка там працювала, трудилася, і потім так трапилось, що ви були в їх в церкві. Тобто ви покаялися в якийсь момент свого життя. Що би ви могли сказати відносно того, ми зараз живемо тут, в Сполучених Штатах, і велике доручення залишається в силі. Як ми можемо бути учасниками в цій великій справі? Добрый вечер, слушатели. Я очень рад снова быть в этой студии вместе с нашими друзьями и поговорить немножко об этой интересной теме миссионерства, служения миссии. Как-то так получилось в жизни, что от самого начала своего верования я был тесно связан с миссионерами, которые жили и трудились в нашем городе, в России, в Казани, и от самого начала я был одним из тех, который помогал им, развивал их служение вместе, что-то делали. Это было хорошее, приятное воспоминание того времени. И оно осталось в сердце на всю жизнь. И остаюсь истинным, ну, как сказать, поклонником или человеком, который придерживается этого мнения о том, что мы должны служить людям, служить в миссионерском, на миссионерских полях, приводить людей ко Христу, рассказывать и нести благую весть всем. Находясь здесь, в Америке, конечно, здесь ситуация немножко другая. Мы все, старшее поколение, сталкивались с проблемой знания английского языка, потихоньку его изучали. Сегодня наши дети в совершенстве им владеют, и
глядя на всю эту ситуацию, начинаешь видеть, что все-таки каждый из нас уже может что-то делать, что будет в силах делать на месте, живя здесь, в нашем городе, и где-то за пределами нашего города или даже страны. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 23 стих, есть такие слова, которые говорит сам Христос о том, что настанет время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Я верю, что у Бога есть много людей, которых Он ищет, которых Он желает приобрести себе, чтобы они стали Его поклонниками, чтобы они вошли в Его царство, в Его спасение и в конечном итоге в небесное царство, в небесный дом. Это Его цель, и Он ищет этих поклонников. Но я знаю и понимаю, что Бог делает всю работу через людей. Потому для нас, как верующих людей, познавших Христа, остается задача приобрести этих людей, найти их и сделать их поклонниками Бога Всевышнего. Вот как бы понимая, что это задача наша, мы должны это делать, должны прилагать все усилия, старания, по мере возможностей, какие у нас имеются, по мере наших сил, знаний, делать то, что Бог хочет. Бог желает спасать людей. Взагалі, з вами спілкуючись, можна замітити, що завжди ваша сім'я, ви з дружиною, я думаю, що вже підключаються до цього діти, євангелізаційно настроєні. Тобто щось десь робити для того, щоб звіщалося слово. І це, що ми чули зараз навіть від вас, це не просто слова. За цими стоять і якісь дії. Я знаю особисто, що не одного разу ви виїжджали з місіонерськими поїздками, з участю молоді церкви. Це були і індійські резервації, які тут в Сполучених Штатах, а також виїжджали за межі країни, в Мексику. Я пам'ятаю, одного разу їздили в Росію також з групою. Давайте ми трошки, може, більше щось почуємо про це. А особливо індійці або ж жителі, як ми кажемо, корінні Сполучених Штатів, ви були там в них декілька разів. Що ви скажете про це? Я завжди був такого мнення, як лідер. Взагалі, якщо можна, як ви вийшли на них, як ви познайомились, звідки прийшла така ідея, щоб попрацювати трошки біля індійців? Да, ну, это интересно, для меня самого интересно. Я как бы всегда был сторонником того, чтобы приобщать каждого человека, который находится возле меня, чтобы его настроить на служение миссии, завести, показать ему, чтобы человек попробовал, увидел. Поэтому я всегда старался брать группу людей, может быть, это только два человека, может быть, это группа молодежи, которой мы ездили в Мексику или в индейскую резервацию. То есть для меня это очень важно, чтобы наши молодые люди и старшие, кто хочет, чтобы они имели хотя бы такие базовые знания о миссионерском служении. Мы не говорим, что наши поездки — это была уже серьезная миссия. Мы понимаем, миссия — это надолго. Это не на один месяц, это не на один день, не на неделю, это годы, это миссионерское служение. Но вкус этого, вот увидеть, какая эта работа проходит, я бы хотел, чтобы многие это попробовали, чтобы вот они поехали в поездки такие на неделю, на две недели, кто-то чуть-чуть дольше, и чтобы они попробовали работать с этими людьми. Я верю, что Бог будет призывать из числа этих людей что-то делать, куда-то ехать. Я знаю, что в истории нашей церкви были люди, которые поездили в Перу на полгода. Сейчас в Бирме, по-моему, эта страна находится, там сестра одна наша. В Индонезии была сестра 6 месяцев. Они вплотную работали с людьми, которые были там. И я очень-очень рад этим людям, которые вот решились поехать, посвятить себя и порой даже
порой даже в ущерб своему здоровью жертвовали, ехали, делали это служение. Слава Богу за это. Но если говорить за индейские резервации, когда-то я решил просто посетить одну из них, которая находится возле нашего города, City of Auburn. И у нас есть резервация, называется Muckleshoot Reservation. Это не очень большая резервация, но она находится вблизи от городов. Я решил, просто было на сердце, познакомиться с этими людьми, узнать, есть ли среди них верующие люди. И я просто ездил по улицам, смотрел, встречался с людьми, спрашивал о том, есть ли здесь какая-то церковь. И сперва меня направили в такую Shakers Church, если так по-русски оно не очень красиво звучит, как бы церковь трясунов, когда я оказался там, я поговорил с некоторыми людьми, действительно, они приходят, они поклоняются Богу, но вместе с тем оно как-то связано с ихними традициями такими, может быть, порой не совсем подходящими для нас, как христиан. Я продолжал дальше поиски и нашел верующих людей, пятидесятников. Церковь есть, где есть пастор Кенни, его жена Шерлотт. Они помогают, помогает она ему. Они ведут эту церковь уже долгое время. Поэтому я как-то стал с ними сотрудничать. Они были очень открыты, они нас приняли, и мы стали больше сотрудничать. Потом они нас приглашали, чтобы мы могли поучаствовать церковью. Мы брали, молодежь брали, ездили туда, проводили полностью служение, такое как евангелизационное. Мы ходили по улицам их маленьких таких поселений, где живут сами коренные индейцы на этой резервации. Мы их приглашали, некоторые из них приходили, участвовали в служении. Некоторые даже посвящали себя для Бога в последней молитве. Они молились и отдавали свое сердце для Христа. Я вспоминаю одного человека, который по нашему приглашению пришел на это служение и вышел на молитву, и вместе мы молились за его спину. У него больная была спина, и он просил помолиться. Когда мы помолились, он сказал, что у меня прошла всякая боль, я исцелился, он был очень довольный. И я спрашивал у пастора после этого служения, уже несколько недель после, он говорит, что он стал приходить, этот человек стал посещать служение, и мы очень рады ему. Вот. Потом он перебрался в Монтану, и наши пути разошлись. Я не знаю про его дальнейшую жизнь, но знаю, понимаю то малое, что мы можем сделать. Мы пробовали делать и хотим продолжать это делать. Это интересные люди. Очень много можно рассказывать. Я даже затрудняюсь, с чего начать, и, может быть, это много времени займет. Во-первых, это люди, которые живут в основном на своих резервациях, и это определенная территория, которая была когда-то договорена между правительством Америки и местными племенами, договоренность такая, за ними закреплена эта территория, они там живут. Многие из них получают определенную помощь от государства, и здесь эта резервация Muckleshoot достаточно богатая, у них есть и свой такой небольшой, не госпиталь, но большая клиника, есть своя школа, полностью своя школа, они достаточно развиты. Но многие другие резервации, в которых я бывал, это которые дальше, Quillet Nation, Maca Nation, есть разные, их много есть. И в некоторых из них очень, очень бедная ситуация. Люди живут бедно, люди страдают. Во многих из них или практически в каждой резервации есть очень большой уровень алкоголизма, использования наркотиков, так скажем,
в подростковом возрасте они уже познают такие сексуальные отношения, и многие молодые девушки, которым по 16 лет, они уже имели эти связи. То есть ситуация очень непростая, тяжелая, люди погрязшие, так скажем, в грехе, они не видят какого-то просвета, многие страдают, мучаются, очень высокий уровень самоубийств в этих резервациях. И поэтому в моем сердце как-то появилось такое желание хоть каким-то образом немножко помочь им, принести свет Евангелия для этих людей. Вот. Есть резервации, где для наших людей открыты сердца местных служителей или людей. Есть там, где немножко закрыты, как бы они опасаются, они держатся своих только людей и не воспринимают других. Если говорить в общем, то они считают христианство — это религия белых, это не ихняя религия, они отвергают ее, и этому есть свои причины, потому что в свое время, когда были еще эти войны между правительством Америки и местными племенами, то много людей погибло в этих войнах, много людей погибло от инфекций, которые пришли вместе с белыми людьми. Поэтому они, в общем, отвергают как бы эту нашу христианскую религию. Она, опять-таки, она была навязываема для них силою. Допустим, даже если взять Yakima Nation, там, где мы вот были в июле месяце, мы ездили с группой нашей молодежи, мы проводили там подростковый лагерь, проводили в течение 3 дней, мы были там, мы собирали подростков этих людей, проводили с ними служение, общение, игры, что было очень интересно и полезно для них, мы и сами были захвачены этой радостью. Так вот, там, в этой Yakima Nation, в городе Yakima, недалеко от Yakima, их центр находится в Apato, маленький городок, то там в свое время были такие, давно-давно, были организованы школы, где детей силою забирали из семей этих местных индейцев и заставляли их изучать математику, английский, и вместе с тем преподавали им уроки Библии. И это все делалось силою. Если кто-то проявлял непослушание, их могли наказывать сильно. И многие дети страдали, родители были недовольны, что это было все силой сделано. И поэтому многие из них до сего дня считают христианское верование не ихним, но я очень радуюсь тому, что Бог посылает туда людей, и есть практически в каждой резервации есть 1, 2, 3 церкви, в зависимости от популяции этой резервации. Есть люди, американцы служат, есть разные деноминации, которые там проводят свои служения, и я этому радуюсь, что они все-таки могут слышать весть благую. Ну і за межами нашої країни також ви подорожували, можна сказати, не подорожували, але звершали таку місійні поїздки до країни Мексики. А в чому була ця ціль і взагалі звідки ідея? Наскільки це є плодотворним, можна сказати? Всегда был сторонником, чтобы могли люди участвовать в миссионерском служении, могли посещать разные места. Я вспоминаю, как мы жили в России, у нас была молодая церковь, новообращенные люди все, и к нам приезжали гости, разные гости, приедет служитель какой-то, или приедут братья и сестры из другого города. Это было достаточно редко, и вместе с тем это была огромнейшая радость. Я не говорю огромная, огромнейшая. Мы просто восхищались этими днями, мы слушали свежие проповеди, мы слышали какое-то новое пение.
и оно нас приводило в большой восторг, мы этому радовались. Уже позже, когда я сам стал помогать среди миссионерам и стал посещать вместе с ними разные церкви, я видел ту же самую ситуацию, и я пришел к выводу, что это очень важно, чтобы ездить и посещать, и вместе с тем проповедовать слово. В Мексику мы не так часто ездим. Там бывают группы, которые едут достаточно часто, а мы раз в год, может, два раза в год вот, посещаем и едем, как и многие другие, посещаем реабилитационные центры, служения, проводим служения на улице, проповедуем людям, которые приходят туда. Я думаю так, что для наших людей или для наших молодых людей здесь очень много чего интересного они могут почерпнуть для себя. Они видят, во-первых, бедность этой страны, бедность людей, в которой они живут. И наши люди понимают, что это тяжело для них, и вместе с тем они могут веровать в Бога. А мы живем в такой стране, где у нас все есть, и мы порой недовольничаем, проявляем какое-то нетерпение, у нас не хотим того кушать или того, или я не хочу ту одежду одевать или другое. Там люди довольствуются тем, что есть, и они рады. Получается двухсторонняя миссионерская поездка. Конечно, оно полезное для наших. Ну, я верю, что даже написано в Писании, что если мы дадим чашу холодной воды кому-то из людей, кто нуждается в этом, то мы не потеряем награды своей. Я вспоминаю, когда мы были на одном служении, мы проводили это служение, и это была церковь, обычная церковь, и мы проводили служение там с участием наших молодых людей, пели. И в конце служения вышли буквально 5 человек, которые хотели помолиться, чтобы за них помолились, они хотели посвятить свою жизнь для Христа. Они были первый раз на этом служении, и они слышали это слово и покаялись, отдали свою жизнь для Христа. Это было простое служение, простая молитва, мы разошлись. Но спустя полгода мы приехали снова, и мы были уже в совсем другом городке. И мы увидели эту пару, муж с женой, которые были в прошлый раз на том служении. Я подошел к ним, стал говорить с ними, расспрашивать. Они говорят, мы вот в тот день как раз покаялись, мы отдали свою жизнь для Христа, когда вы были там. И с тех пор мы служим Господу, нам очень нравится быть в церкви, и мы даже хотим как бы развить свое служение для семейных людей, потому что мы видим, что много семей страдает, и мы хотим нести для них слово об Иисусе Христе. Это же все короткие свидетельства, которые вот просто на ходу ты слышишь, но когда ты слышишь такие вещи, ты понимаешь, что даже то малое, что могли сделать мы, оно оставляет какой-то след, оно приносит пользу. Поэтому радуешься этому, ибо написано так, что если об одном грешнике, кающемся, радуется все небо и ангелы, то и мы тоже радуемся. И коли бачиш цей результат, то ще більше запалюєшся в цьому служінні, і вже тоді тяжко зупинитися. Сьогодні в нас в радіостудії не тільки є брат Женік, сьогодні також присутня і його донька Діна. І ви знаєте, що коли батьки горять, то тоді від цього вогню запалюються і діти. І Діна щойно повернулася недавно з цієї ж країни Мексики. Але вона не поїхала туди просто на тиждень, на 2 неділі. Діна була там цілих 2 місяці. Давайте ми ще також із нею порозмовляємо, почуємо новини з цих, можна сказати, місіонерських полів. Почнемо, давайте, можливо, з того, все ж таки, де ти там була, де ти знаходилась там. І цікаво, що батьки відпустили тебе до другої країни на те, щоб ти звершала там хоч трошки якоїсь місіонерської справи.
Спасибо за ту возможность. Я очень рада вам рассказать про мою trip в Мексику, где я была там 2 месяца. Я жила в Сан-Мигель, это недалеко от города столицы. Мексико-Сити. Yeah, Мексико-Сити. Я жила в организации, называется Centro Infantil de Los Angeles, и они перевели это по-русски, называется дети города Лос-Анджелес, но они как бы хотели сделать comparison, как бы центр ангелов. Центр ангелов, да? Да. Вообще, вот организация, з якою ти співпрацювала, хто вони є і чим вони займаються? Це місто починалося від Дони, це тетя, яка приїхала із Чикаго, і вона ходила, спрашивала у них, що їм найбільше потрібно. І вони всі говорили, що дитячий садик – це найбільше їм допоможе, тому що це забирає дітей от них, чтобы они могли работать спокойно, и где дети могут научиться чем-то, что они не могут научиться от этих родителей, которые на работе целый день. То есть ее цель была спочатку, початок евангелистичного служения в том, чтобы увидеть, какие у них социальные нужды есть. Да. Вот такий выход, так сказать, на это поле деятельности. І взагалі, що це за організація, яким вона спонсорується і за які? Вони спонсори мають люди, що живуть по всій, не Америці тільки, а із Чайни люди, з Росії люди, багато їх спонсорують. Те волонтеры, что приезжают, тоже их спонсируют. Как я приехала, я давала им деньги. И это учителей спонсирует, всех работников, что там работают. Тоже дает... мы даем деньги как бы навіть на электрицию, заводу, потому что там дом для волонтеров... прямо возле этого детского садика. То есть волонтеры, які приїжджають туди, і вони теж також підтримують, да, це служіння, да, особисто своїми, можна сказати, навіть і фінансами. Да. Саме більше це та церковь, яка там є, яку я ходила туди кожне воскресіння, то вони саме більше спонсорують це місто. І результати служіння? Вообще. Детский уровень, как бы сказать, у них average стал 70%, и это больше, чем много людей в Мексике. Average. То есть уровень образования, уровень образования, да, да, их? Да. Угу. Стал 70% для детей, и это... очень высоко и очень хорошо для Мексики. Я имела возможность познакомиться с детьми, которые проходили эту школу 15 лет тому назад. И они сейчас хотят идти в школу, колледж, учиться там. И видно, что эта школа очень на них повлияла, потому что они живут в таких домах, что... мамы с папой нету там, они сами живут там. И просто эта школа их сильно помогла им, поддержала их, да. Самый большой результат — это что эти дети не забытые. Потому что когда мама с папой или там одна мама на работе, то кто-то заботится за этих детей, учит их самые элементарные вещи, как ходить, кушать, в туалет самые начать ходить. Потом дальше обучение. Обучение, да, все вот это они помогают. Самое большее — это любовь, потому что есть дети, которые этого вообще не получают. Ихние мама или папа, они просто на работе целый день. И дети эти многие
начинают наркотики попадать, и эта школа сильно их сохраняет от этого, да. И я тоже имела такую возможность, чтобы показать им эту любовь, и не только свою любовь, что я имею дать, но Божью любовь. И это сильный большой эффект дал на этих детей, потому что это место, не все там верующие, там есть пару людей, кто есть верующие, но моя responsibility, ответственность, это как бы было, чтобы показать этим детям Божью любовь. И не только детям, а повлиять и на учителей, и на ихних родителей. И я эту возможность имела с этими людьми. В чем заключалась именно твоя работа? Что ты могла там робити? Я была в отделении, там, где дети от бебичек до 3 годика, потому что у них есть две еще школы. У них есть дошкольная и еще одна школа от first grade до high school. И я как раз была там, где самые маленькие детки. Мы много с ними делали такие вещи, что мы здесь делаем, смотреть за их ними, как они кушают, мы их кормили, переодевали их, играли всякие игры, пели песни с ними, учили их, как говорить. Я с ними иногда и по-русски, и по-испански, и по-английски говорила, то они уже все три знают языка. Мы их учили наверное, ходить, потому что нам нужно замечать маленькие как бы disabilities, что дети могут иметь. Отклонения, да? Да. Физические вещи, да. Мы смотрели на ухи, на зубы тоже. И since я имею чуть-чуть как бы medical background, да. То я знала, что это есть, если у них есть, и как, что нужно делать. Одна девочка, я ее водила, я ее поднимала на ноги, чтобы она вставала, и она не могла стоять, у нее колени просто отдавали, и она как бы падала. И мы заметили, такая. Да, заметили, что что-то не то. И я сказала моей учительнице, давай посмотрим. И мы посмотрели, и тогда мы сказали, ну, маме, чтобы она ее до доктора завезла. А оказывается, у нее мышцы просто не работают, они очень слабые, ей надо развивать это. И это нужно до physical therapist ходить и, ну, вещи такие делать. И мама не имеет столько денег, чтобы всегда водить до physical therapist, и so я как волонтер, я помогала ей, ее всегда поднимала, вниз опускала, поднимала, вниз опускала, типа exercise такой делала для нее. Мы много с ними просто проводили время, игрались с ними, потому что много из этих детей плачут постоянно, их иногда и не мыют, и они просто чешутся, и им это неприятно. Они... То есть они из таких бедных семей. Очень в основном, бедных, да. Просто не заботятся за них. То есть служение ваше было настоящим служением, работой, вот где надо было руками и физически, и все остальное делать. Да. Мы тоже имели помощь от мам, потому что эти мамы, или, ну, папа, если там один папа, мы их как бы заставляли, или push их, чтобы они приходили и помогали там. So, каждый день, что дети в школе, они, родители могут отдать час. So, то есть они должны как бы отработать, да, это время немного. И они много делали, кушать готовили, убирали, и это тоже мне была возможность как бы с ними познакомиться, узнать, кто они есть, и своим слабым испанским я много узнала о них, да. Одна
я сильно подружилась. То есть у вас была возможность непосредственно общаться с ними лично, говорить им, может, даже свидетельствовать, да? Да, да. Одни девочки, близнятки, я с ними сильно так сдружилась, они 2 годика, но их мама имеет 4 детей under the age of 6, под возрастом 6. До 6, да? Да. И они, у них папа алкоголик, просто избивает этих детей, избивает маму. И эти дети просто любви не имеют от папы. И мама не имеет времени за них посмотреть. Много раз они приходили в школу в одетых snow одежды, зимние одежды, такие, что на снег одеваем, такие большие штаны. Можно сказать, что от взрослого человека одежда такая. Да, потому что она просто висела. Ну и толстые тоже в 80 degrees погоде. В Мексике в снежной одежде. Летняя погода, да, а не в зимней одежде. Да, и я там могла... Ну, я это узнала от мамы, с ней познакомилась, она мне рассказала чуть-чуть, и я потом решила им купить одежку, то она потом спрашивала, откуда ты, кто, ну, типа, кто тебя сюда привел, ну, и все такое я рассказывала, почему я приехала. Свидетельствовала. Да, чуть-чуть свидетельствовала, что я верующая, я приехала из церкви, и... Крім того, що ти знаходилась там іменно в цьому місці, в школі чи в дитячий садок, як воно краще сказати, що ти мала можливість десь ще за межами щось робити, десь, можливо, відвідувати їхні сім'ї? Чи? Да, много із цих дітей не мають достаток піші навіть, і я ходила, купляла їм, як би, care packages. Продукты, да? Продукты, да. И ложила в пакеты, и мы ездили. Ну, ихний tortillas, вот этот хлеб, что они кушают постоянно. Corn. Кукуруза. Кукуруза, да. Всякие beans. Сметану купляли. Ихнюю мексиканскую какую-то. Вещи такие, что им каждый день это нужно, что рис купляли, что да, что им самое больше это пригодится. Мы купляли, потом ездили, раздавали их по домам. Люди, меня просто шокирует. До сегодня, сколько я раз уже ездила в Мексику, и заходишь в ихний дом, они как бы в бомжатнике живут, просто все такое грязное, не почищенное, ничего. Есть дома, что не имеют roof, крыши. Нет крыши, да, и просто пакетами поставили там, и такие живут, и дети и эти живут при том, в этом. При том, что именно там очень много дождей, это уже тропический климат, там много дождей. Много дождей, эти дети просто под этим дождем живут и мокнут, и просто аж противно иногда заходить. Но видно, что эти люди нуждаются в что-то большем, что у них нету какого-то достатка spiritually. То есть не только физические недостатки, да, но и видно то, что и духовный недостаток. Да, то есть да. Это может быть и причиной физических разных недостатков, да. Так сказать, материальных. Да, мы до одной семьи заходили, и там мальчик имел disability, у него... Инвалидность. Да, инвалидность. И мама не имеет деньги заехать навіть до доктора, спросить, что это за болезнь. Не говоря навіть про медицину, там, купляти йому. І ми заходили туди, мали можливість навіть помолитися за нього, розказати їм про Бога, і до Бога вести цю сім'ю, тому що видно, що вони желають щось у нас взяти, як би, або гроші вони хотіли, але видно, що ми не маємо цих грошей, щоб їм дати, але ми до Бога вели, я верю, что Бог, если они повернутся до Бога, то Он им поможет.
Мы тоже ездили в дом престарелых, детские, сиротские дома ездили, до девчат не заезжали, потому что не получалось. Но мы много раз до мальчиков заезжали, мы с ними играли всякие игры, пели христианские песни, потому что это христианский сиротский дом. Много я их учила, что мы, когда ездим с папой, мы поем эти песни, я их учила, эти песни, mm-hmm. тоже им очень нравилось. Мы с ними уроки делали, учили их математику, я много раз их английский язык учила, и русский, короче, все подряд учила. Очень интересно, им очень понравилось. Последний раз, когда я уже там была, я говорю, что я больше не уеду. И один мальчик схватился до меня и просто говорит, когда? Ну, приедь еще раз, приедь еще раз. И я говорю, наверное, не приеду. У него так слезинка одна вышла. И видно, что просто Бог сильно дал мне такое желание проявить эту любовь для этих детей. И очень жалко было их оставлять, тяжело, но я знаю, что я могла какой-то маленький вклад дать для этих детей. Мы тоже ездили в эту церковь, где они спонсируют эту школу. Мы ездили в ту церковь, и там делали матрасы. И люди приносят пакеты, простые пакеты, гарбичные пакеты, и мы их скручиваем и ложим в такой большой... пакет или матрас, и оно все, потом мы сшиваем его, и это получается матрас такой классный. Обычные пакетики вот эти, с магазина пакетики, да. Вот они их скручивают и запихают, да. Запихают в этот матрасик, и получается матрас, на котором люди спят. Да, и мы ездили, сиротский дом завозили, много людей звонят, нам нужно этот матрас, можно, чтобы вы привезли. То есть там есть одна женщина, которая занимается этим, как бы, да, уже много лет. Да, уже 20 лет она занимается этим, и да, они развозят везде, очень интересно было поделать. Я потом, руки все черные были, эти пакеты такие грязные. Але... Ти сказала, що тобі було тяжко звідти від'їжджати. То я думаю, що це не було останній раз. Навіть якщо ти казала, що я думаю, що може вже я не приїду до вас, але якщо ця іскра горить, то вона не скоро погасне. Дай Бог, щоб і не погасала ніколи. Можливо, там залишилися якісь твої друзі? Я очень сильно подружилася з моєю учительницею. Я з нею була в класі. Помагала їй, з цими дітками. Ну, я її називаю мою учительницю. Я з нею сильно подружилася. Вона чуть-чуть по-англійськи розуміє. Як і... її звати? Лусі. Її звати Лусі. Я з нею, говорила їй по-іспанськи, вона мене учила, я її по-англійськи учила, і нас так сильно здружилися ми. І вона потім мені розказала, що у неї є діти, мальчик і дівчинка, і я говорю, давай тоді завези мене додому, щоб я могла з ними познайомитися, або давай поїдемо на піцу коли-небудь, щоб, узнать, кто эти дети у нее, они 10 лет и 12, то они уже постарше, понимают. И она так, ты хочешь моих детей увидеть, познакомиться? Я так, что мне? Мы русские, все любим друг друга. Любим общаться. Да, любим общаться. И она меня потом домой завела, маму ей познакомилась с мамой, с папой, брат, внучка, племянница, ее сестра. Короче, вся семья там была, и они все такие открытые до меня были. Мне приятно было, что она могла меня туда завести, и они... Я много раз до них заезжала, мы много раз общались, и она увидела, что что-то у меня есть другое, что у никого нету такое, что у меня. И
я всегда ей говорила, если у нее плохой день там был, говорю, возьми, помолись, тебе мир придет на сердце, Бог даст мир. И она видела, что меня Бог живет и в сердце, да, потому что я всегда про это говорила ей, была возможность, я сразу ей расскажу. И она стала мне сильно открываться, сильно такие вещи говорить, что я просто в шоке была. У нас в русских таких никогда не бывает, в церкви я никогда не была среди такого. И много она мне рассказывала, много вопросов задавала. Такие вопросы, что я спрашиваю у пастора или там у папы с мамой моей. И приходила домой я и много раз плакала, говорю, Бог, дай мне что-то сказать, потому что я не знаю, что отвечать ей. Я никогда не была замужем, я не знаю все вот эти вещи, что она проходила, потому что она была замужем раньше, и просто вещи такие проходила, что я не знала, что делать, и Бог давал мне просто вещи, Бог давал мне просто на сердце, открывал в Библии, что мне надо сказать ей, что говорить, да. Много раз мы просто, я за нее молилась, и у нее слезы всегда на глазах были. Она... Потом я ей рассказываю, что тебе, ты тянись до Бога, читай Библию. И она говорит, да, нужно мою Библию найти, потому что она верующая, но... Была. Ну, она есть, она типа в церковь ходит, но персональное общение с Богом не имеет. Да. И я ее всегда пошла. Ну, потом... иди в церковь, служи Богу, пробуй, старайся, и тебя твоя жизнь устроится, то, что ты веришь в Бога. Ее дети сильно полюбили меня, мама всегда, до сегодня она мне пишет, спрашивает, когда я приеду, все такое то. Она со мной в церковь ходила один раз, ну, открылась очень до меня. И... Ты залишила там друзей, и вони тебе чекають. На твоє особисте життя, як це вплинуло? Бог мне сильно показал, что сколько нужно просто Ему доверяться. Он сильно меня охранял, меня свою руку держал надо мною, потому что были нехорошие ситуации такие, что неприятные просто вещи происходили, и видно, Бог имел свою руку надо мною. Я хочу немножко добавить, она не рассказывает об этом, но когда мы звонили, то были ситуации, что там залезал вор в их дом, и первый раз они вызвали полицию, и он сумел сбежать каким-то образом, а второй раз сумел залезть и украл там, да? Украл, да, компьютер, какие-то такие вещи, электронику. И мы знаем, что там и каждый вечер приходили какие-то пьяные люди, стучали в их дом и звонили много раз. Я даже сам слышал эти звонки по телефону, думаю, вот в таких условиях им нужно было жить, как бы. Я благодарный Богу, что он сохранил их, сберег их от всякого зла. Да. Ну, Бог сильно мне показал тоже, что надо иметь очень сильную персональную общение с Ним, потому что до тебя могут всякие люди прийти. Навіть сегодня на работе я с людьми всегда сталкиваюсь, и есть неверующие, они спрашивают тоже всякие вопросы про мою веру. И навіть и здесь нужно иметь персональное общение с Богом. Я это сильно научился, especially там, в Мексике, быть самой, без пасторов, без родителей. Я сильно научился доверяться Богу, что мне Бог скажет, что Он мне на сердце положит. Много молилась, Бог, дай мне человека или людей, которые, ну, кому мне нужно открыться. И я верю, что ради одного человека я поехала, it was all worth it,
because, как папа говорил, на небе за одного грешника все небо ликует. И я верю, что даже если я много не сделала, как бы всю церковь не построила, не покаяла, но даже если я могла influence одну из этих учителей или людей, то я... it was all worth it. Стоило ехать. Да, стоило ехать. Ну, не одна она, я на нее тоже повлияла, но были со мной и волонтеры, что неверующие были. Потом они уехали домой, и одна звонит, говорит, папа мой умер, я знаю, что ты верующая, ты можешь помолиться. И я ее тоже настаивала, иди в церковь, иди молись, сама это персональное общение имей с Богом. И, ну, просто самой, видя этого все, я видела, сколько мне нужно тянуться до Бога. Это не легкая работа. Много раз я плакала, хотела домой. Я никогда не рассказывала родителям, потому что не хотели, чтобы они переживали. Но много раз было, что я просто сидела, плакала, говорю, Бог, дай мне покой, потому что мне очень тяжело быть самой, без никого в таком, в такой ситуации. Нет друзей, нет родственников, нет своей церкви. Да, нет своей церкви, да. Но навіть жить в этом таком, как бы, poor месте, бедном, где у нас... cockroaches бегают целую ночь возле моей головы. Сплю на матрасе, где я чувствую все вот эти пружины, да, в моей спине. Жить в таком, ты замечаешь, что у нас очень много есть в Америке, и мы, американцы, ну, как бы сказать, русские все, мы сильно не ценим, и просто мы сильно selfish. Я навіть там жила и захожу, смотрю, там конфета лежит, думаю, можно купить себе. А потом думаю, лучше я эти деньги поиспользую, там, купить фабрик, сделать там одеялко для... материал сделать, одеялко. Ты тоже делала для деток. Да, и, ну, просто такие вещи, я думаю, сколько мы не ценим, здесь в Америке живем, что-то захотели колбасу купить, поехали, купили. Там навіть люди не имеют возможности такой купить себе навіть самые такие вещи, рис, как бы, что они кушают каждый день. Ну, оно помогло мне, и spiritually, духовно помогло мне, и физически увидеть, что да, нам нужно ценить, что у нас есть, и всегда доверяться Богу. Да. И цих два місяці пройшло, ця проповідь своєю працею, своїм трудом, таким... і матеріальним, і фізичним, і, можливо, була набагато голосніше сказана, ніж це би було з мікрофоном, і з колонками, і так далі. Тому що це дійсно нелегка праця. Але ти залишаєш той слід в житті людей, про який вони не тільки будуть пам'ятати, а вже пам'ятають, і ти бачиш це вже, що вони і дзвонять до тебе, і шукають контакти з тобою, тому що є щось більше, ніж просто хтось щось може дати, якоїсь гроші чи ще щось. Є щось набагато цінніше. Так, це все слава Богу, що він мене таке загорілося, в мене серце дав мені таку... І ти відчуваєш, наскільки це служить для твого духовного росту. Так, так, так. Шановні радіослухачі, наш час швидко збігає, і час сьогоднішньої радіопередачі вже закінчився. Наостанок я лише тільки прочитаю Псалом Давида, 34 і 8 вірш. «Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе». Тож, та людина, яка щось робила в ділі євангелізації, в ділі служіння, як ми сьогодні чули на прикладі Діни, її служіння там в Мексиці, наскільки це сприяє нашому духовному росту і служить благословінням на наше особисте життя. Слово Боже звіщається, і милість Його продовжується, і Господь кличе всіх до себе.
до свого царства. Тож будьте учасниками в тому, щоб закликати людей, запрошувати їх, щоб вони були наслідниками Царства Божого. Нашим гостям щиро дякуємо за те, що вони відізвалися на наше прохання і були сьогодні з нами в студії. Божого благословіння особисто для тебе, Діна. Також Божого благословіння в служінні, в житті для брата Женіка. І запрошуємо вас до вечірньої молитви.